Сегодня я хочу вам немного поговорить о российской картине «Здоровый человек». Это фильм 2022 года. Он поставлен режиссером Петром Тодоровским, продолжателем великолепной нашей кинодинастии. Дедушка, собственно, в честь него он назван, Петр Тодоровский, а отец Валерий Тодоровский. И вот, собственно, третий в этом списке молодой режиссер, ну, 86-го года рождения уже, и не такой уж молодой, но молодой, все равно молодой режиссер по количеству выпущенных им работ. Вот у него была полнометражная картина «Love Story», снятая им аж в 17-м году, но которая задержалась, почему-то в 17-м году не вышла. И ее показали зрителям гораздо позже. Ну, там какие-то были причины. Потом у него был еще сериал «Полет». Вот этого сериала я еще не успел посмотреть, познакомиться с ним. Но вот по картине «Здоровый человек», можно сказать, что вот по этой картине вообще кинематографическое сообщество, ну, именно следящее за полными метрами нашими, и узнало Петра Тодоровского, вот Тодоровского младшего, можно сказать, да, нового Тодоровского, скажем так, вот узнало, и многие могли удивиться то, что это весьма зрелая, самостоятельная работа. В какой-то мере, конечно, его можно сказать, что он продолжает мотивы вот своего отца, допустим, но, тем не менее, это, ну, явно не работа вот Валерия Петровича, это вот работа именно уже нового Петра Валерьевича. Картина действительно очень хорошая. И можно сказать, что даже одна из лучших картин 2022 года, сказать так, не покривив душой. И в этом отношении, конечно, я вот забегая вперед, скажу о ее наградной судьбе, потому что я, как правило, совершенно не выделяю моменты, связанные с премией «Золотой орел», потому что я ее за премию не считаю, с историческими всякими событиями с ней связанными. Там есть, конечно, подозрение, что присуждается эта премия одним человеком, но не суть. И вот «Здоровый человек» оказался, получил номинацию за лучший фильм года. И мало того, что сам за фильм, но и за режиссуру, актерские работы все главные были отмечены. И вот это был тот случай, редкий на самом деле в истории «Золотого орла», когда на этой премии, эту премию мог завоевать действительно стоящий фильм. Ну, особенно вот за последние годы, если брать. То есть без каких-то вот таких, ну, действительно хорошая картина, человеческая картина, интересная картина, картина про людей, картина понятная людям, отзывающаяся в людях, да, то есть понятно, что в наших условиях там большого такого зрительского проката эта картина не имела какого-то успеха, но тем не менее, ну, это печаль нашего российского проката, что у нас не умеют работать с подобного рода лентами. Ну, может быть, она возьмет свое, уже берет свое на стримингах или в телевизионном эфире, потому что фильм как раз абсолютно зрительский. Вот для «Золотого орла» это был редкий шанс в последние годы выбрать победителем вот что-то, ну, здравое, действительно, здравое. Хотя, конечно, тогда тоже начали говорить, что, ну, дали как бы Тодоровскому за деда, за отца, за вот это все. Ну, хотя бы, ну, все, в любом случае, посмотрев фильм, все бы убедились, что, если кто-то до момента церемонии его не видел, что по делу. Но вот нет, не смогли вот этот выбор. Эти киноакадемики, в каком количестве они на самом деле не голосовали, не смогли они этот здравый выбор сделать. И в тот год вот как раз все эти призы, на которые претендовал «Здоровый человек», забрал чемпион мира. А картина по-своему тоже любопытная, я не буду сразу так прям уж и играть, ее ругать. Но понятно, что с большим пропагандистским таким вот шлейфом. Да, что это не просто кино, а это именно пропагандистское кино. И, в общем, ну, в связи с чем это, в общем, разговор отдельный, и в связи с чем эту картину тоже многие склонны не любить.
качество картины «Чемпиона мира» не отрицаю. Все-таки Сидоров тоже режиссер интересный. Но, тем не менее, если бы вместо вот Сидорова и Янковского, которого очередного орла получил, там, четвертого или уже пятого в своей карьере, а вот победил бы здоровый человек и актерскую награду взял бы Никита Ефремов, ну, кстати, тоже, да, продолжатель династии в этом отношении, фильм прям блистает сразу, три внука, три сына и три внука, да, ну, это было бы более справедливо, и для «Золотого орла» это была бы вот именно победа, та победа, когда победа даже не столько фильму пригодилась бы, сколько она нужна была бы самой премии, что да, мы вручаем неангажированным картинам. Ну, то есть не только ангажированным картинам, потому что понятно, что там часто побеждают фильмы студии 3Т, что очевидно, или так или иначе близких к ней кинематографических деятелей. Да, как это, так или... То есть, в общем, она премия ну, глубоко для своих. Вот обидно, обидно. Потому что вот, здоровый человек вполне мог вот эту ситуацию переломить и даже заставить, может быть, многих на премию «Золотой орел» иначе посмотреть. Нельзя сказать, что вообще обделили фильм. Нет. Дали девушкам. Помимо Никиты Ефремова, главные роли здесь играет, ну, в главной роли женской Ирина Старшенбаум. Кстати, очень любопытно, они продолжают вот свой уже сложившийся такой творческий дуэт. Очень интересно смотреть «Здоровый человек» в соседстве с фильмом «Сестры», о котором я тоже рассказывал, где они тоже играют супружескую пару, но насколько разную. Вот и Старшенбаум получила заслуженного «Золотого орла» за лучшую женскую роль. Ну, прекрасная актриса. Вот еще, что называется, из числа молодых, не так уж давно у нас появившаяся. Но мне она очень симпатична, я за нее рад. Ну, да, я считаю, «Золотой орел» – это побрякушка. Но для актеров, наверное, это важно. И за роль второго плана была отмечена Дарья Балабанова, которая известна у нас в первую очередь благодаря сериалу «Карамора», о котором я тоже уже рассказывал, где у нее главная женская роль, где она вот, выступает в паре с, даже не столько с Данилом Козловским, которого она быстро теряет, но в паре с Филиппом Янковским. И очень это тоже интересное такое там сочетание. И Балабанова там очень хорошо смотрится. Здесь, в «Здоровом человеке», она, получается, играет в такую разлучницу. Вот, и, ну, тоже вот я лично, то есть, склонен радоваться этим победам. И еще на «Золотом орле» был отмечен сценарий. Ну, сценарий, как правило, даже считается зачастую утешительным призом. Не только на «Орле», но и на каком-нибудь, и на «Нике», и на «Оскаре». А вот, ну, типа, ну, да, мы вам не будем главный приз давать, но да, сценарий вы написали хорошо. История интересная. Вот действительно, история интересная. Это история о человеке, который вдруг понимает, что зря живет свою жизнь, какого-то успешного человека, он телевизионный ведущий. Ну, в общем, телевизионные ведущие зарабатывают у нас хорошо, и вообще и узнаваемые, относительно медийные. Некоторые даже и не относительно, а очень медийные, ну, прям в том, медийные в том плане, что, ну, действительно, на улицах могут узнают. Вот, и вот вроде у него все хорошо. И вот у него вдруг одно событие, которое случается в его жизни, к которому он так вдруг оказался в это событие вовлечен, оно переворачивает его жизнь, он понимает, что он не просто хочет, а он должен помогать людям. И вот он становится волонтером. То есть он становится, вот, он входит вот, сперва в спасательные бригады, в поисковые вот бригады, потом значит, что-то еще там у него происходит. И ключевой вот момент связан с тем, что он становится ну, актером, таким клоуном в больнице с безнадежно в массе своей больными детьми. Что, конечно, психологически очень тяжело, очень трудно. И вот нам показывают, то есть вот ступор, допустим, ступор первого выступления. Когда человек входит, ну, думаешь, ну, сейчас я сыграю. И вот он видит этих детей, понимая, что вот они все умрут в ближайшем времени.
Ну или, во всяком случае, им будет очень тяжело. Там, наверное, может, какой-то процент выздоровевших и есть. Но, тем не менее, вот это такая вот, конечно, обреченность в этой комнате, она царит. А он, ему надо что-то как раз сделать, чтобы их отвлечь, да, от этого медленного умирания, ну, чтобы они засмеялись, развеселились, почувствовали себя живыми. И вот он вдруг вот это в себе, как бы даже не призвание, как какую-то потребность в себе чувствует, чувствует вот стать таким человеком, который приносит пользу такого рода. Другое дело, что он это настолько его вот забивает, этой мысли вот о его новой жизни, что он, получается, перечеркивает всю свою жизнь предыдущую. То есть он, получается, у него все было хорошо в предыдущей жизни, и теперь он, как бы меняя себя, он отменяет все предыдущее. То есть, получается, ставится вопрос, вот должна ли вот его семья и любовь, да, вот в лице Ирины Старшенбаум, должно ли вот это быть принесено в жертву его благородству и служению людям? То есть что важнее, да, вот это служение людям вообще, незнакомым, либо вот личное счастье вот человека, которого ты полюбил, с которым ты создал семью, с которым у тебя могут планироваться дети, и вообще с теми людьми, которые, допустим, ты связан по работе. То есть он доходит до того, что он там теряет работу, то есть вместо того, чтобы с позиции ведущего его понижают там до обычных редакторов, ну, то есть что тоже бьет по нему, ну, как бы с точки зрения вот такой самооценки получается, а к тому же бьет сильно и по финансам, а что дальше, а как жить, а как зарабатывать, да, ты помогаешь людям, и причем он помогает вплоть до того, что он там что-то машину продает вот именно, чтобы оплатить операцию, в принципе, чужому человеку, мальчику, да, тоже яркая очень роль, мальчика играет Олег Чугунов, я прям обалдел, когда увидел его фильмографию, ему всего лишь 19 лет, у него огромный список уже фильмов, в которых он сыграл, вот, может быть, даже побольше, чем у этого Никиты Ефремова. Я не сравнивал, но тем не менее, в общем, тоже множество у него работ. И вот этот герой, он проникается к этому парню, вот какой-то вот, он считает себя, как-то вдруг начинает считать себя обязанным, что он должен вот оплатить ему, помочь ему, оплатить операцию и так далее. И внутренне, наверное, да, вот он как бы считает, что он прав. Ну, в смысле, он что-то сделал, он что-то попытался. Но, конечно, остаются вопросы. И в этом отношении как раз картина, она замечательна и заметна, потому что она не сюсюкается со зрителем и не сюсюкается с героем. Фильм на самом деле, он довольно-таки жесток к своему герою, потому что он по своему сюжету, как этот сюжет построен, как он двигается, он делает очень страшную вещь. В этом отношении это, конечно, безусловная сценарная победа. Сценарий тоже вот Петр Тодоровский написал. Большой молодец. Вот тут даже не знаешь, помогал ему папа, не помогал. Валерий Тодоровский ведь тоже начинал именно как сценарист. Но он сперва именно как сценарист закрепился и только потом в режиссуре дебютировал. А вот Петр Тодоровский, судя по всему, он сразу как бы одновременно и туда, и туда. И в этом отношении, вот, конечно, вот его сценарная идея, она очень любопытное. Фильм отказывает своему герою вправе на искренность. Потому что вот этот вопрос, а насколько ты искренен, он по отношению вот к герою Ефремова, он звучит, даже не звучит, а чувствуется постоянно. Ты что, вот хотел благородненьким стать таким, да? Что мы тут, значит, вот это просто живем и работаем, а ты еще и людям помогаешь, ты вот волонтер, ты куда-то вот, ты лучше нас. И Б, получается, тоже мы же не можем проникнуть полностью в его душу. Мы вот как бы видим нам представленного героя, вот у которого сложившаяся вот такая какая-то судьба. И мы тоже вот не очень понимаем, он что это с ним? Это действительно он вот искренне захотел? Или тоже вот для него вот такой как бы ход самооправдания, что вот модно. Модно быть волонтером, да, вот как бы многие, ну, известно даже, что и известные личности тоже вот как-то в этом участвуют. Какое-то внимание к этому
тоже вот есть вот и к поисковым отрядам, и к работе в больницах. И вот что это для него? Вот это все задаются этим вопросом. Это вот как бы вот такой ход, чтобы показать, что ты там благороднее действительно всех прочих. И вот это не вот такое прям сюсюканье, когда мы видим абсолютно такого благонравного, прекрасного, прекрасноликого даже, можно сказать, героя, который действительно от него сияние исходит. Нет, от него не исходит сияние. И мы должны тоже для себя сделать, получается, вот такая перед нами стоит задача, чтобы понять, понять его лучше, что им движет, вот он кто. В этом отношении, конечно, очень такое сталкивание идет двух персонажей. Второго играет Евгений Ткачук, который как раз как бы более циничен и немножко посмеивается даже над этим устремлением героя Ефрема. Но с другой стороны, он и циничен, он и практичен. То есть он не готов вот как бы на эту муру вестись, как бы так, да? Вот этому муру благородства. А в какой-то момент, там ближе к финалу, он на себе, якобы, что-то он тоже, какой-то геройский подвиг такой совершил, и при этом, скажем так, быстро ощутил расплату. И тоже вот такой, что называется, горький смех сквозь слезы. Вот, в общем, что он как бы повелся на эту тему, но получил не совсем то, что, допустим, может быть, в какой-то момент, вот он на себе подумал, что он тоже имеет право совершить какой-то такой яркий, благородный поступок, вот какой-то подвиг. А оказалось, что это не совсем так все работает. И вот, в общем, вот благодаря тому, что вот этот фильм действительно не впадает в какую-то благостность, да, когда прям вот доброе кино, вот у нас в 10-е годы как раз вот прямо этих добрых фильмов было прям пруд пруди, и даже сейчас наверняка выходит, ну, правда, к ним уже как-то подохладели даже зрители, но вот такое вот эта лицемерная доброта, которую, когда кинематографисты пытались показать, какие они добрые, какие они душевные, при том, что позади них, конечно, чувствовался вот этот расчет и циничная хитрая улыбка, может быть, не у всех, может быть, некоторые действительно были добрыми, искренними, но просто не очень талантливыми в профессиональном плане, поэтому их доброта вот таким образом преобразовывалась уже как бы по ходу, ну, по движению, что называется. А здесь вот и обратная история. Здесь как раз отказ от этой такой умилительной доброты, а наоборот подозрение. И вот попытка это подозрение преодолеть. И возникающие в связи с этим вопросы. И это, конечно, фильм очень выделяет. Очень вот этот такая жестокость по отношению к герою, она как бы при этом работает в правильную сторону. И вот создается ощущение. Это важный же очень момент, да, что как ты этот фильм запоминаешь. Может быть, даже вот я недавно его, не так давно, ну, уже несколько месяцев прошло, как картину посмотрел, какие-то детали, может быть, сюжетные из памяти стерлись, но ощущение того, что это вот достойное кино, оно остается. Да, может быть, с какой-то такой подковыркой, что в нем есть вот какой-то такой. Может быть, как раз это, вот тут не могу не вспомнить, тоже рассказывал на своем канале о картине Авдотьи Смирновой «Плотник». Вот близкие темы. Там тоже связано, собственно, с больным ребенком. Там идет разбор с точки зрения семьи. А здесь герои, как бы, все-таки по отношению к больному ребенку, мальчику, чужой человек. Но тоже вот как бы вот входит в его мир, и мы вместе с ним тоже входим в мир вот больного молодого человека, которому вот вроде есть надежда на спасение, но при этом как бы этого спасения может и не быть. В этом отношении вот эти две картины 22-го года как-то они вот оказались, ну, наверное, действительно одними из лучших российских фильмов 22-го года. Вот как-то они в паре, они еще более-менее, по-моему, там рядом как-то вышли в свет и были замечены. По-моему, «Здоровый человек» в большой прокат вышел позже, по-моему, он чуть ли уже не в 23-м даже в прокат вышел. Но в любом случае в 22-м году о нем уже как-то говорили. И он был замечен, да, и в том числе и вот эти академической премией. И вот это две картины, которые, получается, рассказывают о нашей с вами современности. Я не раз подчеркивал, что наши кинематографисты современности боятся как огня, но рассказывают вот через этот
через вот через болезнь и отношение к болезни. Но это тоже какой-то такой вот тренд, и в данном случае в этих двух примерах кинематографисты очень достойно с ним справляются. Можно, конечно, их обвинить в том, что они вот как раз выходят на такое зрительское поле. Наверняка вот подобного рода сюжетов может быть довольно много в разнообразных телемувиках, да, так пренебрежительно вот так от них отзывается. Вот такой уж больно мелодраматичный сюжет. Но они решают его вот не мелодраматично. Они отталкиваются от этой мелодрамы, но идут вот в сторону действительно каких-то человеческих, насподлинных судеб, человеческих отношений, человеческой драмы. И в этом, конечно, выигрывают. Так что, как и «Плотник», фильм, безусловно, достойный внимания, так и этот «Здоровый человек». И можно, конечно, порадоваться приходу вот нашего кино здорового кинематографиста, наверняка с интересным будущим, Петра Тодоровского. Ну, можно добавить младшего, но понятно, что, в общем, сейчас Петр Тодоровский один, так уж жизнью распоряжается естественным образом. Но вот хочется пожелать ему дальнейших творческих успехов, разумеется.